20-21 апреля на базе химико-технологического факультета состоялась 13-я региональная научно-практическая конференция студентов и молодых ученых «Химия, экология, биотехнология 2011». Организатором мероприятия выступила кафедра химии и биотехнологии при поддержке Министерства промышленности, науки и инноваций Пермского края. Работа конференции проходила по 5 секциям, одна из них на английском языке. Главные темы – производство биотоплива, переработка биомассы, энергосберегающие технологии и другие. Заведующий кафедрой Владимир Васильевич Вольхин отметил, что научной деятельности студентов кафедры уделяется особое внимание. Результатом этого является высокое число участников конференции. Наши все студенты, кстати говоря, они знают английский язык. У нас на специальности очень много уделяется английскому языку. Английский язык у нас изучается все годы. И все время работает секция на английском языке. На секциях было заслушано более 100 работ. Некоторые из них имеют успех в других конкурсах и конференциях. Ирина Зернина, студентка кафедры, уже становилась победителем недавно прошедшего конкурса «Умник», а теперь выступает на конференции, чтобы еще раз доказать себе и другим необходимость изучения и внедрения в жизнь биотоплива. И я в числе первых студенток, которая начала заниматься по этой теме, и уже продолжаю на протяжении 4 лет заниматься именно биодизелем. Конференция позволила участникам еще раз продемонстрировать свои научные изыскания и доказала, что заниматься наукой сегодня очень интересно и перспективно.